Всем приветики, девчонки, помашите ручкой. Как дела? Пошли взвешиваться? Весы. Марина и весы. Кто кого? Даран встала. Весы Марина победила. Сломала? Да, подожди. Давай. Телефон положи вот сюда, на тумбу. Лишние граммы. Так, что там у нас? А я что-то ел-то на выходных, ой, на буднях. Все это твои три кусочка шоколадки виноваты. Не красней, давай. А ты красней. Да что это за... Что это за... Я не знаю. Мышцы растут. Это да? Торт. Мышцы растут. Это вчера был торт. Я тоже вчера был торт. Мы что, снимаем-то с вами, блин? Ё-моё. Даш, что ты делаешь? Что это за упражнение такое? Дашка. Я просто уходил, отходил на пару минут, выхожу, и девчонки тут что-то делают. Что это за упражнение, Даш? Приседание. Приседание? А ты, Марин, что скажешь? Что за упражнение? Упражнение на ноги. На ноги? Ну ладно. На ноги приседания. На ноги. Тренажер на ноги приседания. Подожди, красную беру. Вообще, я как? Все мышцы покажу только. Че сутулишься-то, блин? Поехали. Посерьезней. А тут у нас... Кто здесь у нас? Как дела? Тренажерный день сегодня. День на тренажерах, не тренажерный. Это у нас тренировка ног сегодня. Первый раз качаем. Не, ну мы качали, конечно, приседания делали, но тут мало повторений, большой вес, да? Может, вырастут, да, Марин? Ты сколько сделал? Ты считаешь, нет? Все, еще один подходик, давайте. И потом пойдем комплекс делать. Марин, аккуратно. С двух ног сказал же лицом. Лицом? Лицом в тумбе. Давай, ноги согни. Вот, молодец. Сделал два круга? Нет. Давай. Приседай. Короче, наше задание. Первая минута. Два круга из пяти приседаний и 10 ударов канатом. Вторая минута. У Даши 20 повторений пресса. 15 уже, да, у нас? 20 сделала. Марин, ложись. 20 повторений пресс, а у Марины планка прогнутая на животе, пока Даша делает канат. И третья минута у нас все вместе делаем бурпи с перепрыгиванием степа. 40 секунд работаем. В третьей минуте отдыхаем 20. Ну, я думаю, минут 18 потерпим. Или 15. Да, девчонки? Сколько потерпим, Марин? Сколько тренер скажет, да? Все, отдыхай. Ты не слышишь, что ли, Даша закончила? Даша, сколько потерпим? Много. Много потерпим, молодец. Надо торты, да, отрабатывать. Надо назвать наше видео это «Как отрабатывать вкусняшки». Вкусняшки-фитоняшки. У нас не тренировки, у нас исправительная работа. Ваня наказывает за то, что девочки едят.
Что скажете? Кроссфит. Кроссфит. А ты что скажешь? Что это? Два пальца? Большие болят, что ли, пальцы? У тебя. Ладно. Молодцы, девчонки. Спасибо, Ваня. Будете знать, как есть сладости. Спасибо, давай 5. Давай 5, да. Пятеру. Пятеру же, да. После трения. Все, отдыхаем. Спасибо. До следующей недели. Нет, ну в смысле, мы с вами не до следующей недели, а вот те, кто смотрит нас, до следующей недели.